Здравствуйте, здравствуйте. Вот и все, вот и поехали. О! Скорость набирайте, чтобы сразу в воду. Не разбредаться, дожить до праздничного плова и до раздачи подарков. Главный судья нынешних соревнований Алексей Михайлович. Он же комендант лагеря, он же аксакал, готов к выходу на воду. Я не готов. Поможем. Идем на наш камушек, смотрим там надписи, все читаем, сфотографируем. Возвращаемся, огибаем опять левым бортом. Левым. И возвращаемся сюда. Финиш. Берег. Финиш не спор. От этого мыса до той вон надутой березки. Ну, то есть любое место, куда вам удобно будет, не причаливайте. А мы вас с радостью принимаем. Шла первая гонка закрытия сезона на Иткуле Шайтан 2024. Мы прострали все, что можно было, но никто не ожидал вот такой поломки. Это наш бушприт. Михаил, вы что-то хотите добавить по этому поводу? Такой поход, ебал я в рот. Аминь, брат. Вот, красотища неописуемая. Подчаливают еще три суда. Смотри, ровненько идут. Погода обалденная вообще.
здесь у нас стоит белый буй. Старт. Давайте выйдем вот сюда. Саня! Бери дистанцию, блядь! Я опять за зубу. Скоро будем считать белый буй и траверс на берег. А место давай обозначим, Леша. Давай, да. Вот где Леша будет стоять флагом, это и есть. Там кусты, они меня там не увидят. Нет, ну, вот, 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 блин, на флюгер. Давайте на флюгер. Мы должны увидеть. Вот, на флюгер. Значит, финишный створ, белый буй, красный флюгер. Старт с воды, предстартовая процедура флагами. Это была первая гонка. Я вам на вторую гонку пока ничего не обещал никому. И предлагаю вот эту дистанцию. Значит, предстартовая процедура 5 минут с флагами. То есть без гудков вообще? Давай хоть свистим как-нибудь. Ну я свистну. Ребят, я свистну. Услышите вы меня там или нет, я не знаю. Ну свистну. И в рацию продублирую. Это правое стекло. Да, реально круто. Три пары. Подражений нет, это трех петель. Старт с воды. Три петли. Подражений нет. Все монтаж. Пока дурят надо. Все, сейчас дождь пойдет. Петля левая, три оборота. По этому же варианту. Старт с воды.
жажду этой дождливой погоды. Все жду я и жду я, а зря. Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями. И кончился месяц под номером 8. Гулять по воде, гулять по воде со мной. А я люблю вечер, чтобы рубаха как паруса. И пусть наш корабль, он везет в небеса. А я очень активный, очень бурный парусный год. Эта регата его, слава богу, заканчивает. Наконец-то мы разойдемся до следующего года с вами. Да. День рождения. Ну, день рождения, да. До следующего нового парусного года. Он начинается с дня рождения. С дня рождения мы планируем календарь. И там наша встреча, ну, обязательно. Стала уже традицией мероприятий на Инкуле. Спонсирует Саша ИКБ. Производитель парусных лодок. Я не стесняюсь этого слова, наверное, лучший на территории бывшего Советского Союза. Да. Вот, значит, и Саша приготовил для нас для всех подарки. Так что будем благодарны Александру. Нашего командора, его надо поздравлять, он не в ножке постоянно. Повернись к людям, кинулись. На! Давай! Готовьте! Поздравляем! Свердловского Александра, фирма ЯКА, за активное участие в развитии клуба «Паруса Урала». Саня, спасибо тебе. Подружка, ты есть? Клуб вчера был великолепен, и каждый капитан и матрос знает, что главное это на корабле не они. Окок, да. Женя капитан, но вчера он исполнял обязанности кока и сделал это великолепно. Женечка и Женя, спасибо вам большое, клуб был замечательный. Спасибо! Девушки, помогите Саше! Скептики, он запутался. Ну, давайте ему, пожалуйста, кто-нибудь, девчонки. Поздравляем Пинкова Алексея за организацию судейства. Ура! Катамаран «Скорпион» за участие в регате «Золотая осень». Поздравляем Митину Евгению катамарана «Трей» за участие в регате «Золотая осень». Спасибо. Спасибо. Герман у нас этот молодой зеленый новичок, бородатый. О, смотрите, как он научился за этот сезон ходить. По направлению. Отлично, Герман. Даже буйок один. Направление держит. Так, голову готовь. Она на него не налезет. Это и не нормально. Саша, вручай. Эй, банда. Начинающий капитан, подающий большие надежды моему кораблю большого плавания. Аня, разберите голову, оголите. В присутствии судей. Лица покажите. Катамаран «Синара», город Снежинск, за участие в регате «Золотая осень». Хорошо, что Макс не в трусах. А как ты это определил? Снимай старого.
золотая осень. Надо был отдельный приз за уникально сломанный приз. Миша Бальника, Сергея, Бойко и Лену, катамаран Буратино. На третье место. Бригаде золотая осень. Сережа, молодцы. Которые только в этом году закончили, посетив два занятия, школу парусного туризма, а то и одно занятие, вот, приобрели катамаран, прошли курсы у Кулика и на этой регате уже показали отличные результаты. Яндолина Александра, Яндолину Анну и Терещенко Михаила за второе место в регате «Золотая осень». Знакомый нам катамаран «Красавчик» продолжает победно шествовать. Подождите, еще один. Бинго и я. Кабидерова Александр. И дальше прежде.